Всем привет! Сегодня я буду слушать Оджбуду и Яникса. Трек называется «Картинки из снов». Напоминаю вам, что я написала книгу. Книга называется «Солнышко мое» про наше поколение. И вот те, кому нравится Оджбуда и Яникс, обязательно должны зайти на Литрес, скачать ее, ссылка внизу будет, почитать и написать свои комментарии. И вообще посоветовать своим друзьям, подругам. Ну, лучше подругам, потому что, конечно, это немножко такой девчачий роман получился про наше бурное, яркое поколение, то, которым досталось все, что только можно в нашей жизни. Итак, «Картинки снов» совместно Оджбуда и Яникс. Начинаем. Приступаем и погнали. Идти к мечте? Нет. Беги к мечте? Я. Yeah. Идти к мечте? Нет. Лети к мечте? Неплохой посыл. Главное не 250 раз об этом говорить. Препятствия, они везде. Раньше только мечтали об этом, а сейчас радую маму. Кэшем зарабатываю любимым делом. Не позволю себе умирать бедным. В школе учитель в меня не верил. Работал много и шел к своей цели. Все бандули стоят за успехи. Слезы с небес в моем сердце легенды. Папа доказал им. Картинки снов становятся реалы. Я все тот же, только стал богатым. Я спускаю, не считая траты. Долгий путь как зигзаг. Не пытайся слить нас. Две котлеты Биг Мак. Только глянь, кем ты стал. Сука драет вигвам. Деньги, чтобы жить в кайф. Я считаю их так, будто кончил физмат. Будто кончил физмат. Твои псы должны знать. Эти MC лишь фон. Режу их как фишай. Фишай, фишай. Ты не... Что это за слова? Что это за слова? Их работа фриланс. Время играть, шоу улиц, третья часть. Камбэк, мать его факт. Янг Яни, это мой час. С-класс, для меня мал. Дайте бита, выебу его сам. Желтая малышка любит коко. Но не думай, будто это том-ям. Раньше только мечтали об этом, а сейчас радую маму. Кэшем зарабатываю любимым делом. Не позволю себе умирать бедным. В школе учитель в меня не верил. Работал много и шел к своей цели. Все бандули стоят за успехи. Слезы с небес в моем сердце легенды. Папа доказал им. Картинки снов становятся реальны. Я все тот же, только стал богатым. Я спускаю, не считая траты. Соло в одно жало, я вонзаю как оса. Слово моим хома, лучше быть от них на шаг. Гуччи это яд, змеи на мне сейчас. Видишь нал, оставляю чай, он не влезет в клатч. Да, я большой ребенок, но я не играю. Тебе не стоит трогать, нет. Даже не пробуй, понял? Yep. Я зависаю на студии, и все идет полным ходом. И мы не думаем стоп, и снова мои движения строго в гору. Делай деньги, делай чести. Cash. Эти глупенькие девки на фоне моей дамы-пешки. Я болею за Манчестер, но я обуваю Челси. R.I.P. Кирюха Децл, так уходит в мое детство. В этой жизни все нечестно. И от этого не деться. Раньше только мечтали об этом, а сейчас радую маму. Кэшем зарабатываю любимым делом. Не позволю себе умирать бедным. В школе учитель в меня не верил. Работал много и шел к своей цели. Все бандули стоят за успехи. Слезы с небес в моем сердце легенды. Папа доказал им. Картинки снов становятся реальны. Я все тот же, только стал богатым. Я спускаю, не считая траты. Друзья мои, ну, приступим. Ну, скажем так, что Яникс, я, правда, не знаю, где он был, а где Оджбуда, да, но Яникс, он такой немножко подрос. Раньше был вообще ужас, сейчас немножко ужас-ужас стал ужасом просто. По припевчику было неплохо, по музыке, мне кажется, по мелодичности. Вот. И вроде как бы пытался внести туда особый смысл на тему того, мечтай, у тебя все будет, это правильный посыл. Вот. Но мне кажется, что мечты, они тоже бывают разные. А вот мечтать о деньгах, это, конечно, круто, да? Но мне кажется, что надо мечтать, надо чего-то достичь. И тогда, чтобы у тебя деньги появились, а не просто мечтать о деньгах в целом. Надо действовать. Да, но нет, он тут мечтает, он тут пишет, что он стал богатым, ну, читает, что он стал богатым, там мама ему гордится и все такое. Ну, как бы,
тема денег, она как-то вылезла так сильно сюда, как вот эта пена. Вот, ну, деньги это хорошо, но мне кажется, целью надо не деньги ставить, а вот какие-то другие достижения. И тогда деньги у вас появятся. То есть вот деньги не цель. Ну вот, вот меня вот тема денег напрягла. Вот. А если просто так вот, ну, не сильно придираясь к смыслу, ну или все-таки придираясь и оценить то, что он все-таки что-то там все-таки пытался донести какую-то глубокую мысль, то в принципе и к этому не придираться, к тому, что не ту мысль он донес, но все-таки донес. Что-то я сама запуталась уже, что я хотела сказать. В общем, короче, друзья мои, поставлю ему 4 из 6. Что-то я как-то высоко ставлю, потом жалею об этом. Поэтому 4 из 6, я думаю, что это высоко для Яникса. Обычно я ему 2 ставила. Вот, просто за то, что мелодично, и вроде как бы в целом было все неплохо, и гораздо выше, чем всегда, и была поставлена цель, неважно, какая он ее достиг, просто вообще 4. Всем пока.